Как вы сейчас себя чувствуете в коммунистической стране? Ну, в России еще хуже в этом смысле. Там не просто остановилось, там пошло назад. Понимаете, они там пытаются восстановить советский режим и во внешней политике, и во внутренней. И там это гораздо хуже и опаснее. А в посткоммунистических странах это довольно типично. Там идет волнами. Приходят не коммунисты, а антикоммунисты. Проходит какое-то время. Они многого добиться не могут. На новых выборах выигрывают коммунисты, посткоммунисты, называйте их как хотите. Но тоже ничего не могут сделать и довольно быстро теряют. Это вот Восточная Европа уже такой виток прошла. Слишком велики последствия коммунистического режима, который разрушает общество полностью, заменяет его, производит почти непоправимые перемены. Вы же знаете, что приход коммунистов к власти в любой стране тогда означал гибель как минимум 10% населения. Вот посмотрите, любую из стран, это более или менее одинаково. Около 10% они уничтожили. И меняли все слои. Исчезали целые слои населения. Лучшие люди в других слоях были уничтожаемы. То есть это был геноцид. Причем сосредоточенный в условиях Советского Союза 73 года. У вас 40-го года. Да? В Прибалтике тоже самое 40-го года. У нас, в России и других частях бывшего Советского Союза, это 73 года. Это три поколения. Три поколения родилось, выросло при коммунистическом режиме и ничего другого уже не знает. Гораздо хуже в России, потому что вот номенклатура оправилась, КГБ пришло к власти и все захватило и старается вернуть режим в старое русло. Опять репрессии, опять свобода прессы зажата, цензура, опять агрессивность. Плюс еще они очень раздувают шовинизм, и это очень опасно в такой стране, как Россия, где 140 национальностей. И вот весь их этот великодержавный шовинизм, он, конечно, приводит к как бы распаду, дезинтеграции общества. Он очень опасен. Этого они пока не понимают, но увидят. Этого джина из бутылки лучше не выпускать.